Вот, допустим, у ученого какое самое главное желание? Самое главное, что принесет ему счастье, это дарить людям знания и видеть, как люди развиваются. Это самое большое счастье, но он об этом не знает. У него есть желание это стать доктором наук, стать там профессором, стать таким, чтобы вот все о тебе говорили, как «Ой, великий, великий просто, ну вообще». Понимаете, то есть у ученого сильное желание, чтобы его почитали. Стремление к почтению, чтобы другие его почитали. Это то, что хочет ученый в сердце. Когда он к этому стремится, как стать доктором наук? Для этого надо подтасовывать факты. Чтобы быстрее получить докторскую, надо подтасовывать факты. Означает, что попирается сама идея ученого. Ученый стремится к истине, а не к лжи. Понимаете? Настоящий ученый живет счастлив, когда он истину понимает, а не когда он доказывает всем, что он ученый. Понимаете, настоящий ученый счастлив, когда он истину достиг, он что-то понял на самом деле глубокое. Когда он счастлив? Он дает людям знания. Знание не означает обман. Дал истину, все счастливы, все развиваются, и ты тоже счастлив. Но понимаете, вот мешает вот эта сила, которая внутри живет. Я же такой умный, я же такой все знаю. Как же это людям-то доказать? Надо, чтобы были бумажки. Вот для бумажек начинаем жить. Заканчивается счастье человека, который склонен к науке.